привет, ребят! Меня зовут Зигзай, и сегодня я буду строить рандомные постройки вместе с вами. 22-я часть. Так, на этот раз у меня сегодня уже не дома, а вот такие вот первые вещи. И это рыба. Смотрите, как мы будем это делать. Будем делать тропическую рыбу, именно рыбу клоуна. Вот это вот мы будем делать именно вот, смотрите. Ну, типа того. Сейчас я вам покажу, как мы будем делать. Сначала нам надо отобрать оттенки. Так-то не оттенки, а цвета. Мы подобрали как раз-таки, из чего состоит рыба. Это оранжевый, черный и белый бетон. Черный это глаз, белый это алмаз, а вот это оранжевый. Так, сначала берем, ставим глаз. Все, начинаем с глаза. Так, потом продолжаем. Надо будет при... Опять соседи что-то стучат, я не понимаю. Что же они хотят? Так, мне надо узнать, что дальше. Ну, примерно вот так, посмотрите. Скорее всего, вот. Мы так берем, делаем. Потом вот так делаем. Теперь берем белый и вот такую полоску делаем. Теперь берем оранжевый снова. Делаем вот такой вот... Такую штучку. Вот так и вот так. Дальше вот так и так. У меня не получается немножко. Укусила кошка и вообще не получается почему-то. Ну, о, вот что-то уже похожее на вот эту штучку начинает получаться. Мы как бы вот так вот делаем. Рыбку такую получается. Вот, видите, должна получиться рисунок рыбки. Но вот тут мы побольше вот так вверх делаем. Вот. Уже получше что-то похоже. Но не так, как тут, конечно, но... Но что-то хотя бы похоже тут получается. Не, вот тут наверху убираем. И последнее, вот это как раз-таки это вот такая штука, которая... Плавничок маленький. И осталось у нас беленьким вот так вот сделать последний раз. И вот такой хвостик делаем. И вот такая рыбка у нас получилась, ребят. Кстати, таких построек, как, например, эта рыбка, у нас еще не было. Поэтому поставьте лайк, и чтобы... И напишите в комментариях, если вы хотите такие постройки еще, чтобы я брал предмет и с него срисовывал каждый пиксель и делал как раз-таки этот предмет. Я могу делать хоть что, вот любой. Тут в Майнкрафте очень много предметов, поэтому пишите в комментарии, какой вы хотите. И смотрите дальше мой ролик. Так, у нас сегодня три постройки. Первое это рыбка, второе это ножницы. Ножницы мы будем делать не такие, как в Майнкрафте, а такие, как в реальной жизни. Ну, не в реальной, а вот, ну да, в реальной жизни практически. О, вот смотрите, вот это 16-я серия. Вот там, кстати, 21-я. Это была, по-моему, недавно, да? Сейчас уже 22-я серия, как я уже помню, уже, наверное, 22-я. Так, ножницы мы берем, например, железо. Это с чего будет вот эта сама непосредственно штучка сделана. И оранжевые, это вот такие вот держалки, ну как называется, не знаю. Не помню, что-то. Так, ножницы у нас, понятно, вот я вспомню как. Вот так берем, делаем вот так. И вот с этой стороны тоже делаем вот одинаково также. Вот тут мы ломаем блоки. Вот так. И вот так. Икс сначала такой делаем. Пока что на ножницы не похожи, я с вами соглашусь. Теперь мы должны будем делать штучки для ручек. Ножницы, которые, чтобы держать. Это, ну, больно большие ножницы. Вообще на ножницы не похожи, я вам скажу. Но более-менее нормально так. Можно даже вот эти штуки тоже такие же сделать. И вообще железо... Нет, давайте не железо сделаем. Чего-нибудь другого, из какого-нибудь другого материала. Вот сейчас посмотрю какой-нибудь другой материал. Ну, например, голубой, что ли, наверное, да, давайте голубой попробуем. Вот этот вот, вот это все будет из голубого материала. Так, беру и перестраиваю все это в голубой цвет. Ну так, о, вот сейчас уже более нормально. Сейчас делаем вот эту сторону тоже такой же, чтобы это было все симметрично, хорошо и замечательно, чтобы было у нас очень красиво. И вот так вот хорошо.
Недавно я снял ролик, где-то одну минуту он шел, да. Вот, чуть больше одной минуты, конечно, он шел, но все равно одну минуту шел. Как вам такой формат? Зацените, пожалуйста, посмотрите по ссылке в описании, найдете этот ролик. Это предыдущий ролик, вам даже не надо по ссылке в описании искать, вы можете найти сразу у меня его. Потому что он не такой вот старый, он недавно вышел, короче. Вот, теперь мы дальше продолжаем строить, конечно же, берем вот так три, да. Сейчас посмотрю вот тут, чтобы было все симметричненько. Так, два вот этого блока вот в эту сторону. Так, мы, ну это, конечно же, поменяем. Ну, давайте сначала поменяем все-таки вот, железные блоки на вот эту вот замечательную оранжевую бетон, да. Бетон оранжевый. На вот этот вот замечательный оранжевый бетон вот тут вот мы ломаем. И вот тут вот мы ломаем. А вот тут не, вот тут не ломаем. Так, вот тут берем, вот так делаем, вот тут вот ломаем, а вот тут вот так делаем. Ну, конечно, я объясняю плохо, но вы можете на взгляд уже понять, как делать это. Вот. Дальше я вот так вот беру, вот так вот делаю, и вот тут достраиваю все. И у меня получаются ножницы, но не очень какие-то они и больно какие-то небольшие. Вам не кажется? Ну да, все-таки кажется и не кажется, все равно все кажется. Поэтому мы сейчас... Я неправильно, конечно, тут сделал все. Поэтому мы сейчас переправим и все исправим. Все, вот такие вот ножницы у нас получились. Как вам, зацените в комментариях, пожалуйста, все мои постройки. Ой, я вообще уже надоело мне уже так быстро говорить, но вам будет скучно, если я буду молчать, как я уже понимаю, вы... Вот, я вот смотрел свои ролики, мне было скучно смотреть, когда я не говорил, очень мало говорил, когда я говорил, вот туда было... Фу. Третья и последняя постройка у нас вот такая. И это свинка. Свинка, мы будем делать свинку, да, обязательно свинку. Сначала мы берем, естественно, розовый цвет, потому что как же без розового цвета будет свинка процветать, конечно, у нас. Берем вот все виды розового. Не, вот пурпурный не очень подходит к этому цвету, поэтому мы берем вот тут. Тут тоже не очень, конечно. Ну, а давайте берем, сначала делаем, вот надо потемнее розовый взять, все-таки вот такой пурпурный все-таки подойдет нам. Потому что мы же не делаем... Какая-то поняшка у меня получается, конечно, вообще. Какая-то поняшка. Поэтому, ладно, вот такие копыта у нас будет у свинки. Вот тут уже начинается тело у нас. Такая миниатюрная свинка будет у нас. И вот тут вот хвостик у нее. Какой-то больно большой. Пони у меня получается. Пони. Пони прям получается какая-то. Вот тут мы тоже сломаем вот так. А вот тут все-таки оставим. Так, теперь мы делаем мордочку у свинки. Берем и вот такой вот блок. И вот так вот делаем. Так, так, так. Не, давайте лучше из кнопки сделаем. Кнопку мы берем, каменную кнопку. Вот тут она находится в этом слоте. Берем каменную кнопку и... Что-то на свинке не очень похоже. Вот пятачок. Посмотрите на это. Какой. Как же сделать мне вот такой вот замечательные глаза, чтобы были они красивые. Надо сделать как-нибудь, чтобы было красивые глаза, но я не знаю, как это сделать. К сожалению, напишите в комментариях, если вы так знаете, но это какой-то буратино у меня получился. Ну, вроде как нормально и хорошо даже, вот. Или пудель, или собака, но никак не свинка. Это может быть свинка, но... Ну, давайте, короче, так, я буду с вами прощаться. Пока с вами был ZigZag, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажмите колокольчик на фоне вот этой свинки, успейте поставить лайк, подписаться, пишите комментарии, и всем пока!